Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетуне, и я шиноби из деревни скрытого Ютуба. И мы с вами сегодня будем сражаться с шиноби-отступниками в игре под названием Blade and Sorcery. И если вам понравится этот ролик, или вы захотите поддержать меня, вы можете это сделать с помощью лайков. Вы скажете: «Саня, вообще-то любой человек может нарядиться в костюм ниндзи и как бы сказать, что он ниндзя, друзья. Но не каждый человек может делать так». А что это? Это Чидори, друзья! Нифига себе, блин! Это очень круто! Офигеть! Фух, но и это еще не предел моим техникам. Я также умею делать вот такую штуковину. Бамс, Расинган! Как он вам? А как вам Чидори и Расинган одновременно? Уже не терпится использовать все это в бою, но в игру я добавил не только эти вещи, но и разные предметы. Что ж, давайте наконец-таки пойдем вперед и с кем-нибудь посражаемся. Это должно быть очень круто, друзья! В бой! Так, выберу я вот этот уровень, потому что он действительно классный. Плюс я обновил немножечко игру. И теперь противников должно быть гораздо больше, они будут разнообразнее. Правда, именно врагов ниндзя добавить мне не удалось. Будут всякие рыцари, пираты, разбойники. Но чем нет, я на задании буду изничтожать разбойников, которые терроризируют простых жителей. Так, давайте подойдем. А нет, оружие я брать не буду. Зачем мне оружие? Настоящему шиноби оно не нужно. Мы пока подеремся просто голыми руками. Посмотрите, друзья, сколько здесь различных новых врагов. Во-первых, это гладиаторы. Но мне кажется, гладиаторы — это именно стандартные противники. Далее идут бандиты, после них идут рыцари. После них идет битва один на один, но это не так интересно. Плюс какие-то специальные битвы, но давайте сегодня мы посражаемся, например, с бандитами. Первая волна, чтобы хотя бы понять, как работают наши способности. И на что мы вообще способны? Ну и как будут выглядеть бандиты? Что они из себя представляют? Насколько они хороши и мощны? Итак, вот и... Нифига ты выскочила, дамочка! Давай-ка мы попробуем сделать вот такую штуку. Ой, я не выбрал суперприем свой. Так, другое дело. Стоять и... Расинган! Бум! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ты как, в порядке? Вставай! Ты что? У меня есть расинган! Бум! Вот это моща! Просто офигеть! Расинган! Вы видели, что с ними становится? Где они? Где все враги? Давай, подходи сюда, у меня есть расинган. Я хочу просто поймать тебя за шею. Так, я увернусь и... И сила расингана! Тебя тоже! Бэмс! В космос! По-моему, это немножечко несбалансированная способность. Прям реально, у них не остается ни единого шанса на победу. Просто смерть всем врагам. Давайте попробуем теперь и что-то, ну, более простое. Хотя неизвестно, мне кажется, эта штука будет еще мощнее. Потому что она выглядит реально страшной. Чу! Что? Ну, ее просто ударило током, она сделала 10 сальтух. А если в тело? Так, блин, у меня закончилось слоумо, это печально. Блин, сквозь нее ничего не проходит, она, похоже, уже мертва. Так, продолжаем использовать Чидори по ногам. Ну, их просто, похоже, бьет током, никакого как бы конкретного удара нет. Их просто фигачит очень сильно током, ну и вы и на них посмотрите, они тоже скачут как ниндзя. Мне все-таки нужно сделать что-то такое. Готово. А если сразу два? Все хотят, чтобы я это скрестил. Ну, по крайней мере, я точно хочу. Просто двойной удар. Куда ж ты собрался, дружище? Я думал, это он полетел, а на самом деле это птицы. Ух, врагов становится все больше и больше. Это первая волна бандитов, но их супер много. По-моему, я оторвал ему немножечко руку. Братан, я не подрасчитал силы, ты уж извини.
Эх, я могу тебя вытащить за ногу, наверное. Иди сюда. Давайте за две ноги его возьмем, попробуем вытащить его из текстур. Стоять! Да не дергайся ты! Как тебя? Я на вторую ногу взять его не могу! Блин! Остановись! Взял за две ноги! Давай! Вытаскиваем! Да. Ему уже ничего не поможет, ладно. Пускай лежит здесь и дергается. Давайте перейдем к столу с различными предметами и посмотрим, что еще мод добавил, что интересное можно поиспользовать. Потому что там должно быть различное оружие. Итак, первое... Во! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Во-первых, у нас есть такой полукастет. Полу... что это? Это был один из учителей отряда, там где был... Я не помню имен, друзья. Как давно я смотрел Наруто? Там, где был чувак, который управляет тенями, был чувак пополнее и была девушка с белыми волосами. Чоджи, по-моему, звали полного. В общем, друзья, их учитель использовал именно такие штуки. Блин, реально давно смотрел. Давайте заспавним, и, в принципе, можно будет побегать какое-то время с ними. Правда, наверное, нужно брать их обратным хватом. И получается полукастет, полуножик. Как бы прикольно, но я больше люблю именно ножи. Поэтому... Чек-чек... Чек-чек. Ну, такая себе вещь, сомнительная. Далее у нас идет просто меч Какаши. Чакра Сейбер, ну-ка. Он будет высасывать ей чакру. Но это напоминает внешне обычный меч. Лучше бы это была какая-нибудь катана или что-то в этом духе. Давайте пройдемся дальше. Демонический... Сюрикен ветра. Не помню, кому он принадлежал. А ну-ка, как он работает? Ну, только если с помощью телекинеза им управлять. Закрутить его не выходит, вы сами видели. То есть бросок есть, но это такой себе бросок. Совсем-совсем несерьезный. Что еще есть? Нужно какое-то легендарное оружие. Меч одного из семи мечников скрытого тумана. Это он? Ну-ка. Офигеть! Вот это чисто меч из аниме. В каждом аниме должен быть такой меч, и вот с ним-то я хочу... Ух, подраться. Что ж, давайте-ка подойдем сюда, выберем подходящий уровень, и пускай это будут бандиты второго уровня, вторая волна, с такой-то пушкой. Ху-ху! Нам ничего не страшно. Я надеюсь, выйду прямо в центр, и я готов встретить врагов. Подходите, буду рубить, рассекать, резать и нагибать. Иди-ка сюда, красотка. Или ты не красотка? Ты одна из моих любимых девушек. Пэмс! Пэмс! Ну да, моща у этого меча действительно запредельная. Удар сверху! Просто! Жестко! Режет на куски! Ух! Я бегу! Я бегу! Я бегу! Там! Можно было бы вот так голову ее зажать, но она почему-то не захотела зажиматься. Поэтому просто продолжаем махать. Жесть! Куски отлетают, как будто бы я на кухне режу огурцы на самом деле. Не иначе, да хватит прыгать. Они реально стали как будто бы в этом обновлении более ловкими. Враги? Пум! Как будто бутылку открыл. Шампанского, она так чуф, выскочила. А вот этого я не приемлю. А вот этого я не приемлю. Господин колдун. Бумс. Блин, промахал. Хотел сказать, я промахнулся, но ничего подобного. Вот это тут уже очередь собралась. Офигеть. По затылку. Блин, у меня меч запутался. Я застрял. Жесть. Они знали мое слабое место и в итоге засунули туда булаву. Мне придется стоять подальше, как-то от них отбиваться. Что это было, братан? Что это было, я не понимаю. Че ты ножички свои скрестил? У тебя ноги не защищены, друг. Ха! Ха! Такс. Бэм! Бэм! Ту, дружище! Настало время немножечко заклинаний. Или, скорее сказать, техник ниндзя.
просто! Фу! Можно даже срубать конечности! Рука превращается словно в лезвие молниевое. Блин. Одна готова. Нет, все-таки Расинган, друзья, посерьезнее будет как оружие. Вы сами видите, насколько он сильно отталкивает. Жесть, а я-то думаю, откуда дэмэдж идет. Чья магия лучше, братан, а? Как тебе такая магия? Почувствуй силу Расингана, так. Ну кто, что еще, кто на меня? Волна еще не закончена, давайте возьмем посох. Я раньше никогда прежде с ним не бегал. Правда, он не умеет стрелять, очень жалко. Так, магия на магию. Бэм, блин. Заклинание почему-то сбилось. Было бы эпично, если бы ему по голове досталось. Ладно, все равно было эпично. Фух, волна пройдена. Давайте перейдем к другой партии оружия. Посмотрим, что еще интересного разработчики этого мода для нас припасли. Должно быть здорово. Я бегу. И я прыгаю. Надо, правда, бегать вот так, как я показал в начале этого ролика. Ну, там руки не отслеживаются, поэтому нельзя. Только перед лицом. Окей. С этим мечом мы подрались. Тут есть еще вот такая странная штука. Хирамэ Кираи. Не помню я такого. Это двойной меч. Его, кстати, можно одной рукой держать, хотя одной рукой неудобно. Придется брать двумя. Ну, типа, как им драться? Вот так только, сверху наносить удары. Иначе это не особо удобно. Я помню, что у кого-то такой меч был, но не помню у кого. Ладно, оставлю его в стороне. Это оружие явно мне не подходит. Самихада! Это Самихада Кисаме. Фух, меч, который пожирает всю ману, всю чакру. Как он выглядит? Жесть, он реально огромный. О, хищный меч. Ну что же, опять же один из семи мечников. Давайте вызовем бригаду. В этот раз это будут пускай... Ну не знаю, давайте рыцарей попробуем первую волну. Хотелось бы узнать, насколько они мощны. И насколько мощна Самихада. Если тот меч был супер жесткий, то Самихада должна быть еще жестче. О, а если попытаться ее зарядить? Не, Расинганом Самихада не заряжается, это очень грустно. Ну и первый удар пошел. Черт, он, похоже, ваншотит. Реально. У нее, кстати, прическа. Не ваншотит. Не ваншотит, но он на куски рубит. Рыцари, они все в доспехах. Как с ними справиться с Самихада? Да, доспехи ей нипочем. Как будто бы я махаю... Хотя, блин, доспехи все же спасают. Как будто я махаю большой булавой, но этого недостаточно. Мне нужно атаковать незащищенные части тела, и тогда будет смысл. Оп. Смотрите, как она скачет. Это реально ниндзя. На, получи в лицо. И ты получи в лицо. Жесть. Он прилипает к врагам за счет своих шипов. Ты что дергаешь ногами? Не дергай ногами. Это прикольно. Кто сзади? Отдохни. Как же ты люто блокируешь все удары. Самихада застряла. Я недостаточно ловко ей орудую. Ну, она сама решает, кого атаковать. Насколько сильно атаковать. Фу. Лежать. Стоять. Стоять, лежать. Отдыхать. Чувак, не роняй свое оружие во время боя. Блин, почему у моей Самихады ручка немного такая, как будто бы резиновая. Я не понимаю. А ты что стоишь, друг? Тут битва идет. Не подходи ко мне, ладно? Пришлось Самихаду выбросить ради таких вот лузов. Хи-хи. У меня мана закончилась или я переключился? Нет, мана на месте. Он взял Самихаду! Почему? Что произошло? Он украл мою Самихаду, сволочуга. Ладно, сила Расингана. Давайте, давайте, больше рыцарей. Так, так, так. А, стой, стой. Два Расингана это хорошо, но Чидори плюс Расинган это лучше. Блин, их не отталкивает. Как будто бы Чидори наоборот притягивает.
вместо того, чтобы отталкивать. Короче, вдвоем они работают не очень хорошо. А если Расинган плюс Расинган, вот такая будет комбинация. Блин, я могу умереть. Я вроде как ниндзя, я не должен умирать. Есть еще? Все, фух. Кое-как выжил, не мешало бы подлечиться. Ух, да, напряженные битвы. Без такого супероружия я бы, наверное, битву с рыцарями не пережил. Уж больно сильно они дымажат. Нападают со всех сторон, их супер много. Но и мы что-нибудь им еще предложим. У нас наверняка что-то из интересного оружия где-то завалялось. Кружка. А что там кружка стоит? Интересно, на предметы это действует? Да, на предметы это тоже работает. Текс. Давайте-ка посмотрим бэк. Различные кунайчики, ножички. Погодите, а этот ножичек необычный. У него печать, возможно, он взрывной. Нет. Он просто... Просто нож метательный, ничего более. Но это тоже нарутовский кунай. Я ж не Наруто, я Перпетун. Или как я там себя назвал вначале, не помню. Меч Сасуке плюс Чидори. Где мое Чидори? Будет зашибись, ну-ка. Это должен быть хороший меч, кстати. Хранить его за спиной нельзя, потому что он слишком большой. Давайте с мечом Саске поиграем. Так, вызову кого-нибудь не супер жесткого. Давайте гладиаторов. Вторая волна, чтобы их было много. Чтобы я мог все-таки их пробивать. Так как, когда враги в доспехах, это становится супер невозможно. Ну, насколько силен этот меч? Ага, она просто телепортировалась. Прям на лету по ногам получи. Но я бы не сказал, что этот меч супер острый. Либо у нее супер много было хп, вы видели? Она вообще не хотела погибать. Я ее порезал просто в салат, а она живая. Ого, отбил. Отбил. Такс. Плюс Чидори. Все вместе понеслась. И я бегу. Пиу. Да, почему не отталкивает? Либо хотя бы если бы Чидори рубил их на куски, было бы здорово. Сердце проткнуло, она бегает. Ей нормально вообще живется. Ну, по сути, это по большому счету обычный меч. Если взять его двумя руками, я думаю, сила должна возрасти. Но, да, вроде возросла, но не сказать, чтобы сильно. В замедлении, конечно, можно драться. И шансы какие-то появляются. Да какая же ты живучая. Это что за приколы такие? Ты вообще-то маг, зачем тебе топор? Так, мне нужна магия телекинеза, чтобы было супер эпично. Сюда. Ха-ха-ха, я это сделал. Как давно я хотел это сделать. Так, я в ловушке, мне нужен меч. Или щит хотя бы. Что творится здесь? Я почему меч за лезвие взял? Эй, так нечестно. Во, так честнее. Фух. Фух. Ха-ха-ха. Так, по спине бьют, больно. Срочно меч. Бумс. Кто еще? Ну давай же, подходи. Не хочет подходить. Короче, мне не нравится этот меч. Самихада в этом плане была гораздо серьезнее. Большая, мощная, пробивающая просто все подряд. А вот это уже совсем... Вот как ее взять, даже не знаю правильно.
Так, вот это лучше. Все, получил по лицу мечом. И вроде больше никого нет. Это был последний враг? Ты живой? Больше не живой, я уверен. И я не удивлюсь, если он встанет. Нужно было завершить начатую работу. И давайте взглянем, какое еще оружие есть. Очень уж интересно. Побежали. И фьюф. Обожаю прыгать в этой игре. Это офигенно. Как кузнечик. Такс. Давайте смотреть. Есть вот такая. Шесу там-то. Это что такое? Ну, это, короче, короткий меч. И если выбирать между мечом Сасуки и вот этим, я бы выбрал, наверное, конечно, вот этот. Потому что он короткий, им удобнее обращаться, удары блокировать. А когда меч длинный, ты постоянно цепляешься за него. То руками, то телом, то врагами. Хотя этот меч проходит насквозь. Слушайте, это офигенно. Ну, иногда застревает в руке, но сквозь тело проходит. Прикольно. Дальше двигаемся. Это все, да? Весь арсенал. Есть сюрикен. Я думаю, он тоже будет маленький. Просто сюрикен. Ничего серьезного. И есть вот такая вот посох шести путей. Я, кстати, не досмотрел Наруто, поэтому я не знаю. Это, наверное, посох Наруто в конце. Он же там мудрецом стал, насколько я знаю. А что умеет посох? Ну, как бы посох и посох. Давайте посмотрим. Чего бы нет, раз начали. Давайте, это будет первая волна гладиаторов. Просто тестирование посоха. Но я чувствую, что со временем все равно перейду на техники. И с посохом мы далеко не уедем. Ну-ка, удар просто по голове. Слушайте, он мощный. А он, черт возьми, мощный. Рубить им, конечно, не удастся, но удары наносятся серьезные. Прямо действительно. Так, там кто-то сзади был. Вижу врагов. Просто попробую снести ее одним ударом. Ну да, он отбрасывает, и он при этом супер легкий. Прикольно, можно врагов просто собирать в кучи и делать вот так. И вот так. Не вставай больше, братан. Не, ну с таким посохом, конечно, вообще. Это практически как Семихада, только не режущая. А именно бьющая. Пэм, пэм. Еще желающие. Меч тебе не нужен. Или ножик, или что ты взял? Блин, чел, извини, ты хотел подняться, я не заметил тебя. Сзади, откуда он взялся? Я уже покоцаны. Так, придется действовать аккуратнее, потому что хпшечки остается просто чуть-чуть, еле-еле. Но вот эти здоровяки, кстати, могут устоять после даже нескольких ударов. И за это им большой респект, но... Можно уважать то оружие, которым можно выбить у чувака из рукой щит. Это действительно дорогого стоит, значит удары очень мощные. Ну это не все, я думаю сейчас еще и маги пойдут. Просто плюху отцовскую посохом, нормальную такую. Зря ты стоишь возле края, тебе говорили у края не стоять. Ну ладно, я думал ты полетишь вниз, извини, что ввел тебя в заблуждение. Тем не менее. Что это за сальтухи здесь сзади? Алло. Реально, что это были за салтухи? Даже без замедления удается нормально сражаться. Конкурентно способно с этим посохом. И я думаю, друзья, на этом пока можно остановиться. Надеюсь, серия вам понравилась. Пишите, какие вещи еще стоило бы сюда добавить. Мне кажется, было бы интересно. До новых встреч, удачи, пока. Счастья вам.